Здравствуйте, меня зовут Марина и добро пожаловать на мой канал по вязанию и рукоделию. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. Сегодня вместе со мной предлагаю связать вот такую замечательную повязку для маленькой модницы. Вязать повязку я буду из пряжи Gazal Baby Love. Один моток 50 грамм и в нем 115 метров. Состав пряжи 45% акрил и 55% модал. С цветом не совсем непонятно, либо вот это 16-25, либо еще есть арт номер 90. Вот ориентируйтесь вот по этим показателям. Обвязку буду делать пряжей Yarnart Jeans, цвет 01, это чисто белый цвет. Состав пряжи 55% хлопка и 45% полиакрила. Но на обвязку нужно совсем чуть-чуть. У меня есть остаток, я буду его использовать. Вязать буду крючком гамма 3,5 мм. В процессе вязания понадобится иголка, ножницы, и в середину цветочка я добавлю бусину. Также для обвязки нашей повязки потребуется крючок меньшего диаметра. У меня 2 мм. Делаем первую петельку и набираем 16 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16-я петля будет первым столбиком второго ряда. Далее сюда второй столбик, далее третий. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, 12, 13, 14, 15 и 16. Делаем воздушную петлю, переворачиваем и продолжаем. Первый столбик у нас уже есть, крючок вводим. Вот сюда второй столбик. Итак, каждый ряд, чтобы не ошибиться, постоянно просчитываем. У нас должно получиться в каждом ряду 16 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и обязательно провязываем 16. Воздушная петля, переворачиваем. Первый столбик у нас есть, и крючок вводим вот сюда. Второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой,
седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый. Воздушная петля, переворачиваем и так продолжаем вязать далее на необходимое нам расстояние. Я связала повязку до желаемого размера, у меня получилось 44 сантиметра. И казалось бы, такой простой узор очень красиво лег в этой пряже. Повязочка получится довольно эластичная и не будет жать головку маленькой модницы. Далее обрезаю нить, пропускаем нить в иголку, спрячем хвостик, который у нас остался от начала вязания. Я просто его проведу вдоль края. И начинаем сшивать повязку. Вот такое закрытие у нас получилось. Этого шва видно не будет, так как он спрячется под цветочком. Теперь будем делать обвязку другой ниткой. Вводим крючок в край повязки и захватываем белую нить. Делаем 2 воздушные петли. Крючок вводим в первую воздушную петлю и провязываем соединительную. Далее вводим крючок сюда, провязываем соединительную. Далее 2 воздушные, первую воздушную соединение, далее соединительная, 2 воздушные в первую воздушную соединительная и в крае повязки соединительная. Далее 2 воздушные первую и в край соединяем. И вот такая обвязка у нас получается. Далее самостоятельно провязываем с одной и с другой стороны повязки. Вот такая очень нежная и красивая обвязка у нас получается. Обвязали край, теперь приступаем к вязанию цветка. Я вяжу 2 повязки для девочек-двойняшек. Повязки у меня отличаются по размеру. И чтобы мамочка не путалась, кому какая повязка принадлежит, у цветочка второй повязки внутреннюю часть я провяжу белым цветом. То есть здесь у меня будет белый, здесь лавандовый и снова белый. Начинаем вязать цветок. Делаем первую петлю и провязываем 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаем в круг. Провязываем 1 воздушную петлю. Она у нас будет служить первым столбиком. Всего нам необходимо сделать 12 столбиков без накида. Первый у нас есть, делаем еще 11. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый,
и 12. Соединяем в первую воздушную петлю. Далее провязываем одну воздушную. Она у нас будет служить столбиком без накида. И провязываем еще 3 воздушные петли. Одну косичку пропускаем и в следующую провязываем столбик без накида. Вот такая арочка получается. Далее 3 воздушные. Одну косичку пропускаем, в следующую провязываем столбик без накида. Повторяем 3 воздушные. Косичку пропускаем, в следующую провязываем столбик без накида. 3 воздушные, одну пропускаем, в следующую столбик без накида. 3 воздушные, пропускаем, столбик без накида. И последние 3 воздушные. И в самую первую воздушную петлю столбик без накида. Далее в первую арку провязываем столбик без накида. Далее 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. В эту же арку делаем столбик без накида и переходим в следующую. Столбик без накида, 5 столбиков с одним накидом, первый, второй, третий, четвертый, пятый. Столбик без накида. И таким образом продолжаем вязать еще 4 лепестка. И соединяем с началом ряда. Вот такой цветочек уже получается. Продолжаем вязать. Довязали белый цвет. Обрезаем нить. Эту нить я закрепляю с обратной стороны. И переходим на нить другого цвета. Вводим крючок вот таким образом. Захватываем нить и закрепляем. Я делаю просто узелок. Ввожу снова крючок. Захватываю 2 ниточки. И делаю 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Перехожу к следующему. Делаю столбик без накида. Снова 6 воздушных. 2, 3, 4, 5, 6. Столбиком без накида соединяю. Снова 6 воздушных. 3, 4, 5, 6. Следующий. Соединяю. Снова 6 воздушных. 3, 4, 5, 6. Далее. Соединяю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соединяем со следующим. Столбик без накида и 6 воздушных. 3, 4, 5, 6. Соединяем с началом соединительной петлей. И далее продолжаем. В первую арку столбик без накида. Далее 3 столбика с одним накидом.
Первый, второй, третий. Далее два столбика с двумя накидами. Раз, два. Первый столбик. Раз, два. Второй столбик. Далее три столбика с одним накидом. Раз, два, три. Столбик без накида. И вот такой лепесток у нас получается. Далее переходим к следующему. Столбик без накида. Далее столбик с одним накидом. Первый. Второй. И третий. Далее два столбика с двумя накидами. Первый. И второй столбик. Далее три столбика с одним накидом. Первый, второй, третий и столбик без накида. И таким образом продолжаем вязать 4 оставшихся лепестка. Завершили. Я обрезаю нить. Закрепляю с обратной стороны. И переходим снова к белому цвету. Закрепляем нить. Делаю узелок. Проводим крючок, захватываем нить и провязываем соединительную петлю. Далее 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вводим крючок в следующий. Соединительная. И 7 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И таким образом провязываем все оставшиеся. Довязали до начала и соединяем. Делаем соединительную петлю. Далее в первую арку провязываем столбик без накида, далее 4 столбика с одним накидом, первый, второй, третий, четвертый, далее 2 столбика с двумя накидами, раз, два, первый столбик и второй столбик. Далее 4 столбика с одним накидом. Раз, два, три, четыре. И столбик без накида. Далее следующая арка, повторяем, столбик без накида, 4 столбика с одним накидом, 1, 2, 3, 4, 2 столбика с двумя накидами,
первый и второй. Далее 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый. Столбик без накида. И таким образом продолжаем вязать все оставшиеся лепестки. Провязали последний лепесток и соединяем. Обрезаем нить и фиксируем ее с обратной стороны. Вот такой цветок у нас получился. Далее будем пришивать цветок на место соединения повязки. Цветок размещаем таким образом, чтобы противоположные лепестки закрывали шов на повязке. Пришивать буду следующим образом. Прикладываю цветок иголочкой в центр лепестка и захватываю центральный столбик. Далее прошиваю вот этот столбик. Ввожу иголку и вывожу ее с обратной стороны. Теперь на стыке двух лепестков ввожу иголочку. Так. Далее вот этот столбик. Теперь центральные. Смотрю симметричность расположения лепестков. Слишком сильно можно не затягивать. Далее вот этот столбик. И таким образом продолжаю пришивать наш цветок по кругу. Далее перехожу на нить белого цвета и фиксирую внутренние лепестки. Теперь сшивание проводим не насквозь, а захватывая за лепестки лавандового цвета. Таким вот образом. И так продолжаем по кругу. Так, заканчиваем. Фиксируем нить с обратной стороны. Вот такой цветок у нас получается. Остается пришить бусинку. Бусину я пришила нитью белого цвета. И вот такая замечательная повязка у нас получилась.